Он играл последние десятилетия. В Москве сегодня 17-летний Денис Винокуров забросил свою первую в жизни шайбу чемпионата страны. Причем, взглянув на его красивый проход в замедленном повторе, мы можем оценить его довольно искусные действия в надежде, что напоминают они нам о тех наших лидерах, отсутствие которых мы время от времени тоскуем. Второй гол в ворота «Спартака» забил Хомутов. Армейцы получили ощутимое преимущество, но оно было сведено до минимума после того, как Волгин сделал практически все для того, чтобы его партнер Прохоров провел ответную шайбу. Незадолго до финального свистка спартаковцы имели хороший шанс добиться ничейного счета, но тут уже во всем блеске и самоотверженности в решающий момент действовал голкипер. 2-1, победа ЦСКА.